Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Ох, давно не записывал я видео про то, что робота качают, а роботы продолжают качать. Да, это видео о Финтрейд-центре. Возможно, кто-то думал, что это все заскамилось, все это ушло, но тем не менее это все продолжает работать. Я даже не знаю, даже не помню, какая это часть, потому что какое-то продолжительное время я не записывал видео, потому что и так все хорошо, зачем записывать. Итак, давайте посмотрим, что у меня с роботами. Роботов у меня два на $50, и я вас вот призываю просто все бросить, найти $50, и чтобы вам также роботы качали. Ссылка на регистрацию будет под этим видео, но тем не менее это на самом деле так и есть. То есть робот вам будет приносить от 1,6 в сутки прибыли. То есть можете примерно подсчитать, робот, если покупать робота, здесь можно завести деньги любым способом, которым вы хотите. И вы можете посмотреть, вот, например, если покупать дневная доходность, то если это робот за $50, это будет 1,2%. То есть, а если вы уже купите, заметьте, сразу желательно покупать на $250. Почему? Потому что дневная доходность такая же, а срок работы робота на 10 дней больше. То есть, имейте это в виду, смотрите сами и выбирайте то, что вам нужно. И еще что хочу сказать. Это вообще заработок, можно сказать, для ленивых, для тех, кто вообще ничего не хочет делать. Не продвигать ничего, просто есть деньги, хочет получать деньги. То он может зарегистрироваться на данный момент в Финтрейд-центре, занести сюда $50, $250, $1000 и получать свой доход ежедневно. Ежедневно получать свои проценты, потому что я это проверил в течение нескольких суток. Я это еще начал до Нового года. И это все работает. И еще в Барселоне на данный момент скоро будет проводиться официальная презентация. На этом я заканчиваю. Покупайте робота и получайте от 1,1 до 1,6% в сутки на Финтрейд-центре. И забудьте о том, что деньги нужно зарабатывать только на земле. Деньги зарабатывают роботы, вкалывают роботы, а человек снимает свой доход и получает удовольствие от этой жизни. Всем привет! Следите за моим каналом, будет еще интереснее. Пока-пока.